киртаны в доме Шривастакура продолжались часами без остановки. Иногда эти киртаны продолжались всю ночь. One day while after having performing Shantar Kirtan, they were looking hungry. Однажды после продолжительного киртана преданные почувствовали голод. И преданные обратились к Господу Читанию, может есть какой-то просад. И Господь Читания явил одну из своих божественных игр. Когда Господь является в этот мир, Он также являет свои сверхчеловеческие деяния. Но в наши дни есть много людей, которые заявляют, что они Бог, но при этом они не могут показать ничего сверхъестественного. Но настоящее воплощение Господа Он являет сверхчеловеческие деяния. И что же в этой истории сделал Господь? Это очень известная игра. Посадил манговое семечко. Манговое семя. В Индии манго считается царем фруктов. Так случилось, что это семечко сразу же из него выросло огромное дерево. И на нем сразу же выросло 200 спелых, сочных манго. Если вы здесь на рынке покупаете манго, то вы могли заметить, что нет никакой гарантии, что это будет сладкая манго. Но вот эти манго были такие большие, что одного было достаточно, чтобы полностью удовлетворить голод. И у этого манго не было кожуры, не было косточки, только сладкая мякоть. И вот это чудо продолжалось в течение целого года. Шивасанган – это очень исторически важное место. Именно оттуда начал свое движение Санкиртана в Адвайта Господь Читания. И когда он начал это движение, было много людей, которые создавали препятствия. И это движение начало набирать такую популярность, что в каждом доме Навадвипы пели святое имя. Даже мусульмане пели. Но при этом было противодействие. Основное противодействие было со стороны мусульман. Они докладывали правительству, что если не остановить это движение, то скоро все мусульмане будут петь Харе Кришна. И был один мусульманин, мулла, который работал на Кази. А Кази был главным судьей в этом месте. Он
И этот человек пришел к нему и сказал, что если не остановить это движение санкиртаны, то скоро все мусульманы станут индусами. И тогда Кази сказал, ты уже 10-й раз на день приходишь и говоришь, остановите это движение, Нимай Пандита. Но когда бы я тебя не видел, ты все время повторяешь Хари Кришна. Что это такое? Ты все время жалуешься, а сам при этом, когда бы я тебя не увидел, ты Хари Кришна повторяешь. Тот пожаловался. Это факт. Since I heard the holy name, I just can't stop chanting. Он сказал, что с тех пор, как я услышал это святое имя, я просто не могу остановиться. I try my best to stop. Изо всех сил старался прекратить это. Но что-то не останавливаюсь. В свое время Господь Чайтанья был выдающимся знатоком санскрита. Но потом он начал это движение санкиртаны. В Варанаси саньяси Майвади то жаловались на Господа Чайтанью. Они говорили, такой выдающийся ученый, почему бы ему не сидеть с нами и не изучать Веданту? Вместо этого он поет, танцует, как сумасшедший на улице. Они устроили диспут. И в ответ на их вызов Господь Чайтанья сказал, мой духовный учитель считал меня глупцом. А суть всех ведических писаний – это Хари Кришна Махамантра. И с тех пор, как я начал воспевать ее, я просто схожу с ума от святого имени. То же самое говорил этот мусульманин, что с тех пор, как я начал повторять, я не могу остановиться. Также были индусы, которые жаловались на Господа Чайтанью. Смарта Брахманы. Они зарабатывали деньги, проводя дорогостоящие яги и так далее. И сейчас они начали терять свой доход. Потому что за санкиртану ягью ничего платить не нужно. Просто пой себе Хари Кришна и все. И они обратились к Кази и сказали, этот Нимай разрушает нашу религию. Нигде в писаниях не говорится, что нужно громко петь эту Хари Кришна мантру. Конечно же, в писаниях есть много мест, где говорится о воспевании святых имен, но эти вот ребята не знали про это. Их цель была просто деньги зарабатывать. И в конце концов Кази решил, что я предприму какие-то действия. Battery is finished. Battery finished.
the Gandhi's time in. Now I should stop this unbidden process. И Кази принял решение, ну все, мы остановим это движение Санкиртаны. И он послал своих полицейских. Он сказал, разбейте их мриданги и можете их арестовать, если они откажутся подчиниться. И вот пришла эта милиция, разбила все мриданги и напугала преданных. Don't stop this Hare Krishna. We will convert all of you to Islam. И также они сообщили, что если вы не прекратите это пение Хари Кришна, мы вас всех в ислам обратим. В те дни было очень просто обращать людей в ислам. Если на вас побрызгал водой мусульман, все, вы сразу лишались своей касты. Достаточно было взять сосуд с водой, брызнуть на индуса, и все, он лишался своей касты. И вы лишались всей своей собственности. Преданные забеспокоились. Были эти разбитые мриданги, и они думали вообще, что же дальше теперь делать. Господь Чайтанья услышал обо всем происшедшем. Don't worry. We'll take a big procession to Gandhi's palace. И тогда он сказал, не беспокойтесь, мы сейчас все соберемся и с процессией пойдем к дому Кази. We organized a big procession consisting of more than 100,000 devotees. И он организовал огромную демонстрацию протеста, было больше 100 тысяч преданных. It was a peaceful demonstration. Но это была мирная демонстрация. Prabhupada said, Mahatma Gandhi of India is often considered the pioneer of the One Mind movement. И Шрила Прабхупада по этому поводу говорил, что все считают Махатму Ганди организатором движения неповиновения. Но на самом деле это движение было начато Господом Чайтани. И вот с такой огромной процессией преданные двинулись к дому Кази. И Кази увидел, идет огромная армия людей. И он обеспокоился. И даже спрятался для начала. В конце концов он вышел, чтобы встретиться с Господом Чайтанья. Он пытался очень сладко разговаривать с Господом. Oh, I know your grandfather. Он сказал, да я знаю твоего дедушку. А Вишванатха Чакраварти вообще был моим одноклассником. Виламбар Чакраварти. What is real religion? И в конце концов они перешли к обсуждению того, что такое настоящая религия. Real religion must include the following ingredients. Истинная религия должна состоять из следующих составляющих. It should be based on truthfulness. Она должна быть основана на правдивости. Truthfulness means accept the Lord as it is. Правдивость означает принимать Господа таким, как Он есть. Следующим пунктом, составляющим религию, является чистота, затем милосердие и аскетизм. Mm-hmm.
Аскетизм означает, что мы должны оставить то, что препятствует преданному служению, чтобы принять то, что способствует. Господь Чайтанья сказал Казе, что за религию вы исповедуете, которая позволяет вам убивать собственную мать, корову? Есть семь матерей, одна из них корова. Есть мать, которая дала нам рождение. Who brings? Следующая мать — это кормилица. Затем жена брахмана. Жена царя. И мать земля. И корова. В конце концов, Кази признала, что, конечно же, знание, изложенное в Коране, не так глубоко, наша религия новая. А ведическое послание самое древнее на планете. Вот так происходила беседа Господа Чайтаньи и Кази. И в конце концов, Господь Чайтанья убедил Кази своими аргументами. И Господь Чайтанья попросил Кази, пожалуйста, обеспечь, чтобы никто никогда больше не препятствовал движению Санкиртаны. И Кази признался, что в тот день, когда я послал Мридангу, ночью у меня был сон. Lion appeared on my chest. Put his hand, he scratched my body. And then he showed him, he scratched it and said, if you ever in future disturb the Sankirtan problem, we will carry you off. И он сказал, что во сне появился страшный лев. Он уселся мне на грудь и своими когтями начал разжевать ее. И он показал эти царапины, сказал, что он очень грозно себя вел и сказал, что еще раз попытаешься остановить движение Санкиртаны, я разорву тебя. И кто эти царапины оставил? Is there a monkey? Yeah. So Lord Chaitanya was very thirsty. And однажды Господь Чайтанья испытывал жажду. Needed to drink water. Ему нужна была питьевая вода. Not far from Kali's palace, on the vengeance of a devotee. И Господь Чайтанья почувствовал жажду как раз после этой встречи. И неподалеку от этого места жил великий преданный Калавича Шридар. И Калавича Шридар был очень бедным бизнесменом. Он продавал чашечки из банановых листьев, бананы. И половину своего дохода использовал на поклонение матери Ганге. Хотя он зарабатывал лишь копейки, половину своего дохода он отдавал на поклонение матери Ганге. Днем и ночью он повторял святые имена. This man is so poor that he's haunted by ghosts. He doesn't sleep and doesn't let us sleep. Его соседи, которые были неверующими, они говорили, да что-то его духи, похоже, преследуют по ночам, он воет этим, выкрикивает что-то. We had one room for Shiva.
И у Шридхара была квартира из одной комнаты. Над его головой не было даже крыши. Когда шел дождь, он просто прижимался к стене. У него было только одно дхоти. И у него была одна старая ржавая металлическая кружка. И он держал ее у входа в дом. И Вриндаван Дас Тхакур говорит, что даже вор не позарился бы на эту кружку. Господь Читания начал испытывать жажду. И он пошел прямо к дому главы Шридхара. И увидел эту кружку. Она наполовину была заполнена водой. И Шридхар, он уже пользовался этой водой, вот полкружки осталось. И когда Шридхар увидел, что Господь Читания берет эту кружку, он начал кричать: «Господь, это же оскверненная кружка со оскверненной водой». Господь Читания сказал: «Нет, когда я пользуюсь кружкой моего племени, я очищаюсь». Показал всему миру, какое возвышенное положение занимает Кладовище Шридхар. И Господь Читания таким образом показал ему почести этому преданному. Однажды, когда Господь Читания проводил свои киртаны, кроме Шиваса, умер сын Шиваса. И женщины начали плакать. Но Шивас был поглощен пением на киртане вместе с Господом. В этот момент Шивас услышал какие-то странные всхлипывания женщин. И он пошел посмотреть, что там происходит, чего они рыдают. И он увидел, что его сын лежит мертвый. Вот почему женщины плакали. Господь Читания продолжал свой киртан, но в какой-то момент он неожиданно остановился. Он начал говорить: что-то не то произошло в этом доме. Он пошел посмотреть. И он обнаружил, что Шивас потерял своего сына. Когда Шивас обнаружил, что сын умер, он хотел все устроить так, чтобы Господа не побеспокоили во время киртана. Он не хотел беспокоить киртан Господа. Но Господь, как упомянул, сам остановился. Когда Господь обнаружил, что мальчик умер, он обратился к нему, он сказал, что твои родители очень горюют из-за того, что ты умер так рано. So he brought the dead son back to life.
И он вернул этого мертвого сына к жизни. И он сказал: «О, ребенок, ты покинул своих отца и мать, они теперь плачут». My dear Lord, you all come according to your predestined plan. И этот сын ответил: «О Господь, все мы действуем по предначертанной судьбе. Our duration of life is fixed. Продолжительность нашей жизни уже предопределена. Now I will go and appear somewhere else. Сейчас пришло время, чтобы я отправился к следующему назначению». И затем его глаза снова закрылись, и он покинул тело. Lord Chaitanya would reveal very static movements of him when he was dancing and singing in Shivasana. И когда Господь Читания пел и танцевал Шивасангане, он являл очень экстатические состояния. And this dancing and his posture could not be understood by everyone. И его вот эти переживания во время киртана, конечно же, не могли бы понять обычные люди. So, only advanced devotees who associate with me can be present in the Kirtan in Shivasana. Поэтому Господь Читания сказал, что никто посторонний там не должен присутствовать, только самые продвинутые, близкие спутники могут находиться во время Киртана. Был один Браман. У которого было сильное желание увидеть экстатические танцы Шри Чайтаньи Махапрабху. Этот Браман постоянно приставал к Шивасу: «Пожалуйста, пожалуйста, позволь мне хоть на секундочку, я всю жизнь не принимаю зерновые, только фрукты». Okay. In the bowl in a small tiny hole. You can see through that hole the Lord dancing. Я вам сказал: «Хорошо, вот стой за этой дверью, вот замочная скважина, через дырочку наблюдай». И Господь начал свой танец, но в какой-то момент он остановился. There's someone here who should not be here, the Lord said. И Господь сказал: «Здесь кто-то находится, кто не должен находиться». Шивас начал паниковать. And the Lord knows that there's someone who I invited or I permitted. И он понял: «Ну, Господь раскусил меня за то, что я пригласил здесь кого-то со стороны». Шивас said, «My dear Lord, the Brahman was insisting that he may have the pleasure of seeing your dance, that I love him with my life». И тогда Шивас признался, он сказал, что вот один Браман очень сильно упрашивал меня, я позволил ему здесь находиться. Just by drinking milk and fruits, you don't go back to Godhead. И Господь Читания сказал, что просто что он воздерживается от зерновых, ест только молоко и фрукты, это не поможет ему вернуться домой к Богу. Для того, чтобы вернуться домой к Богу, нужна бхакти. Без бхакти это невозможно. По милости Господа, этот Браман стал великим преданным. Please, let me see the Lord dancing. Также была теща Шиваса, которая постоянно его упрашивала: «Пожалуйста, позволь мне хоть чуть-чуть увидеть танец Господа». И Шивас позволил ей это. Была его теща.
И Господь Читания опять прекратил свой танец и сказал, зачем ты пустил ее сюда? Также был один браман, который все время напрашивался, чтобы увидеть танец Господа, но Шивас ему все время отказывал. So the Lord was going to take his bath in the Ganga. Однажды Господь отправился омываться на берег Ганги. And этот браман увидел его, что Господь Читания идет. So he took his brahmin's bed, wrapped it around his thumb and said, I curse you that you'll be bereft of material happiness. И этот браман намотал свой шнур и сказал, я проклинаю тебя, что ты навсегда лишишься материального счастья. Господь Читания сказал, большое спасибо. Поэтому если кто-то вас проклянет, что у вас не будет материального счастья, вы должны его поблагодарить. Дальше он проклял Нараду Муни. You will never be able to stay in any one place more than few minutes. Он сказал, что ты не сможешь находиться в одном месте больше, чем несколько минут. Нараду Муни принял это проклятие. Он хотя мог больше путешествовать и проповедовать. So, Lord Chaitanya started the Sankirtan movement in Shrivasa's house. Так Господь Читания начал движение Санкиртана в доме Шриваса. There was one Brahmin who was very envious of Shriva. Был также один Брахман, который очень завидовал Шривасу. He was envious. Shrivasa was very bringing so much honor, all of them was talking about him. И он видел, Шивас получает столько почести, все только о нем и говорят. И он решил опозорить Шиваса. Он хотел всем показать, что Шивас вот не такой честный, как он себя выставляет. And paraphernalia that is required to worship Durga outside the door, which is the main entrance to Shiva's house. И он ночью выставил у ворот дома Шиваса мясо, вино и все остальное параферналии для поклонения богине Дурге. And the next day morning, when Shiva opened his house, he saw, oh. Is all liquor, meat, and all the paraphernalia used for Утром Шивас вышел из дома и смотрит, у него возле ворот стоит мясо, вино и все остальные парафернали. Neighbors, come and see. I was cheating all of you. И он громко начал кричать: соседи, приходите, вы увидите, что я вас все это время обманывал. Я на самом деле поклонник Дурги. Соседи пришли, увидели все это. Придите, посмотрите, я не преданный Кришне. No, no, no. We know who you are. This is the work of some wicked person. И соседи сказали, да нет, мы уж знаем, кто ты. Это какой-то негодяй все это устроил. Соседи все это убрали, взяли коровий навоз, мочу и отмыли все это место, где были эти нечистые вещи. Что же случилось с этим брахманом? Он заболел проказой. And the leprosy was giving him immense pain.
И эта проказа доставляла ему столько боли. Однажды Господь Читания проходил мимо того места, где жил этот прокаженный, и увидел этого брахмана по пути. И брахман бросился ему в ноги: пожалуйста, прости меня, освободи от этой боли. И Господь Читания сказал: ты позавидовал такому великому святому Шивасу, потом будешь страдать миллион лет. И он продолжил страдать. И в следующий раз, еще раз ему удалось встретить Господа Читания. Но в тот раз Господь Читания уже простил его. Он опять попросил прощения. Господь Читания сказал, что у меня нет права прощать тебя. Если Шивас так у тебя простит, тогда ты будешь прощен. И этот брахман отправился к Шивасу. И Шивас с радостью простил его. У Господа Читания и его спутников только одна миссия. Давать всем процесс, с помощью которого они могут обрести любовь к Богу. Поэтому они не проводят различия, кто квалифицирован, кто нет. Они свободно раздают этот процесс обретения любви к Богу. И сегодня, в этот благоприятный день, мы можем молиться Господу, чтобы обрести милость для духовной практики и проповеди. Hare Krishna. Есть ли какие-то вопросы? Кто-то завтра идет на Говардхан Парикраму? Я завтра уезжаю. Есть ли какие-то вопросы? Те, у кого есть авиаперелеты, должны заранее проверять, подтверждена ли у них бронь. Все вы знаете об этом бедствии, которое сейчас по всему миру, коронавирус. Все напуганы этим монстром. Такой же страх мы должны иметь перед Майя Деви. Если мы будем служить Майя, мы в конце концов попадем на адские планеты. И впервые в современное время такое бедствие, что позакрывались все учебные заведения, гостиницы, отменены авиаперевозки и так далее. Школы закрыты. Дети очень рады, что у них продлились каникулы.
Колледжи закрыты. Now you have more time to study. Теперь больше времени. Are there any questions? Есть ли вопросы? Yeah. Lord Chaitanya told to Shiva Thakur that you live so renounced that it's better you take sannyas, but Shiva Thakur said it's not possible for me. So how is it that Lord Chaitanya telling him you will take sannyas, but he said, no, my lord, I better stay as Grihastha? Well, he also has, we're not a joke about it. We're not a joke about the Lord and Shiva. Вопрос был о том, что Господь предлагал Шиласу принять саньясу, а тот сказал, что он не готов как-то, так? Ну, у них разговоры были довольно такие веселые, потому что у Шиласа-то было четверо детей. Когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, к нему обратился один браман и сказал, что все, надоела мне эта семейная жизнь, хочу уйти с тобой. Господь Чайтанья сказал, нет никакой необходимости путешествовать со мной. Просто повторяй святое имя, проповедуй славу Господа. Проповедуй славу святого имени. Оставайся дома, читай Бхагавад-гиту и проповедуй славу Бхагавад-гиты. Если ты будешь делать это, ты всегда будешь со мной, и я всегда буду с тобой. Если мы хотим общаться с Господом, то вот дается процесс. Также мы в истории этого брахмана видим, как Господь Чайтанья наставлял нас избегать оскорблений. Должны избегать оскорблений святого имени. Оскорблений вайшнавов. Если мы поклоняемся божествам, нужно избегать оскорблений при поклонении божествам. И это более подробно объясняется в «Нектаре преданности», который был записан группой Госвами. What is the lesson from the story of Shivasa Thakur? When he saw this paraphernalia, he easily agreed that he is the person who did this. What we should learn from this story, we should always agree if somebody is blaming us. What? No. When he saw that paraphernalia was Durga, he knew it was false, but he did. Then he was, come and see. I'm not really a devotee of Krishna, but Durga. Nobody believed it. Когда Шивас Такур позвал своих соседей и начал говорить, вот видите, я никакой не преданный Кришне, я преданный Дурга, никто же в это не поверил. Они понимали, что это устроил какой-то нечистый человек, завистливый. So if somebody is blaming us, we should also agree with that, or? No. Shiva didn't agree with him. And then Shiva was just showing the body doesn't mind to be criticized or criticized. Somebody else wouldn't like.
Шивас просто показывал, что если преданного критикуют, он принимает это. Но если критикуют другого преданного, то он должен отстаивать его честь. Считает себя гопи. If somebody considers that she is gopi, is it okay or it's an offense? She is an illusion. Она находится в иллюзии. Быть гопи — это очень возвышенное положение. Гопи, они 24 часа в сутки медитируют на служение Кришне. Еще один вопрос, и мы остановимся. Скажите, можно ли относиться к этому вопросу, что внешняя энергия Господа, это, ну как, олицетворена Дурги, она является ли она преданной Кришне? И как бы, если служить преданному Кришне, считается ли это преданным служением, или как к этому вообще относиться? So external energy, Durga is external energy of the Lord, and she is devotee, so when we are serving her, we are serving devotees. Durga is material energy, she is external energy of the Lord, she is devotee. So when we are serving Durga, we are serving devotee. Or it's not like that. You can sell Durga, she is a demigod. And Durga, это является, Durga является полубогиней. And our process is devotion is a big loss. Но наш процесс состоит в том, чтобы поклоняться Верховному Господу. И когда мы поливаем корень дерева, то все дерево получает питание. Поэтому мы поклоняемся Верховному Господу. Хорошо. You had a question? When you was telling about four principles of religion, you said that truthfulness means to accept the Lord as He is. Can you elaborate on this? Truthfulness means you accept the teaching of the Lord as the slave, as the Lord spoke, and do not accept it. Правдивость буквально означает, что мы принимаем слова Господа такими, как Он рассказывает о себе, и такими, как их принял Арджуна. А не так, что мы берем слова Кришны, Бхагавад-гиты, и даем собственную интерпретацию. Поэтому Шрила Прабхупада назвал свой комментарий Бхагавад-гита, как она есть. И когда мы проповедуем, мы должны следовать истине, то есть правильно представлять Писание. Последний вопрос. If we does not agree with somebody, how we can avoid offense? Если вы с кем-то не согласны, вы имеете в виду по философии? Different opinion, what is Krishna consciousness, maybe different. Нет, в отношении сознания Кришны только одно мнение.
То есть все говорят, повторяйте Хари Кришна. Читайте Бхагавад-гиту и Бхагаватам. Не так, что у нас движение, нет такого, что один говорит, что вы должны 16 кругов повторять, а другой говорит, нет, 8 кругов. Каждый проповедник в нашем движении передает одно и то же послание. Большое спасибо. Я надеюсь, что ваши авиалинии будут летать по расписанию. Если Кришна позволит, встретимся еще в России. Но потребуется время. Посмотрим, как будет развиваться вирус. Сейчас хорошее время для проповеди. Люди сейчас напуганы. И сейчас вам раздадут просад. Шри Гопал Кришна Госвами. Шри Гопал Кришна Госвами. Подходи. Запись.